2004 году впервые мне поставили диагноз рак молочной железы. Ну, я должна была ложиться в больницу, но мы молились в церкви, и Господь чудным образом убрал это все. И я жила спокойно до 2013 года. В 2013 году как бы повторилось, и по новой все, и значит, был поставлен диагноз рак HER2 3B степени. Это уже, ну, как бы достаточно серьезно, потому что была втянута ткань в груди. И врачи отказывались здесь, в России, делать операцию и рекомендовали только химиотерапию, причем не говорили, сколько ей нужно было сделать. Поскольку у меня есть сопутствующее заболевание, иммунитет, в общем-то, снижен, и мне было очень тяжело перенести ее. Я сделала только одну химию и уже внутри себя приняла решение, что надо отказаться от химиотерапии, уповать только на Бога. Мы с Яном Сергеевичем Волковым, я служу у него в тюремном служении, и мы выезжали на природу, и там молились за исцеление, за решение этого вопроса. Вот, и пришел такой мир в сердце, и я поняла, что мне уже совершенно точно не нужно делать химиотерапию больше, и уповать только на Господа, и молиться. И Ян Сергеевич вот посоветовал подумать о том, чтобы поехать в Израиль. Но денег не было на тот момент, и вообще даже мысли такой не пускала, как это возможно. Но чудным образом, и я благодарю канал CBN, потому что они помогали, и Игорь Юрьевич Никитин тоже помогали, они снимали ролик рекламный и оплатили мне часть обследования в Израиле, и мы собрали деньги удивительным образом, и вот я поехала в Израиль. Здесь, в России, операцию уже отказывались делать, и врачи говорили, что только химиотерапия, и причем неизвестно, сколько курсов нужно проколоть. А в Израиле согласились сделать операцию, и тоже было очень все удивительно. Вот. Но после операции они тоже назначили 4 курса химиотерапии, гормональную терапию 5 лет принимать нужно было, тамоксифен и облучение, местное облучение. Но я уже ничего не делала. Врач, который делал операцию, хоть он сначала такой довольный, говорит, вот я так хорошо все сделал, все получилось, операция прошла успешно, все замечательно. А я говорю, ну вот и хорошо, значит, ничего больше делать не нужно. Он испугался, его лицо просто выражало, нет, нет, что вы, надо химию, надо облучение, вы не представляете, что вы говорите сейчас. Но, тем не менее, я уже совершенно точно знала, что я ничего делать не буду. И после операции я ничего не делала. Одну таблетку тамоксифена приняла, я поняла, что это очень тоже токсичная вещь, очень тяжело, и отказалась. Сейчас уже прошло 4 года. Я очень хорошо себя чувствую, служу, работаю. В прошлом году, ну, 3 года спустя, я прошла обследование на Березовой, сделали биопсию. Все чисто, анализы хорошие, и все в порядке. Слава Господу. Что помогло справиться с переживанием? Да, вот это очень важный момент, и я хотела бы и поделиться для тех, кто слушает. Очень важно, чтобы в сердце был мир и не было страха перед смертью. Потому что, когда мы тревожимся, и страх, это наоборот притягивает негатив. И справиться помогают молитвы. И я молилась и провозглашала, что места Писания из Библии, и каждый вечер совершала такие молитвы, я вспоминала, что за целый день я думала негативного, мысли они приходят, да, и записывала их, потом вычеркивала и записывала уже новые мысли, те, которые утверждают Писание, что ранами Иисуса я исцелена, и вот так. И это помогало вот иметь этот мир в сердце внутри, и 63 дня я молилась такой молитвой, и к концу уже вот этих дней я чувствовала, что за день я не могла вспомнить ни одного негативного места Писания. Особенно такой негатив приходит после того, как к врачу сходишь. Вот обычно так они
очень поддерживает, так в кавычках, да. Вот. Поэтому такой совет — молиться Господу и достигать этого мира в сердце, потому что мир вот дает Господь. И когда есть мир в сердце, это уже, ну, большая часть победы над болезнью. Вот. И все реально, все реально. И вот за эти 4 года Господь, в общем-то, практически полностью восстановил меня. И внешне я стала даже моложе выглядеть, чем раньше. И волосы отросли, и они вот сейчас в порядке. Ну, в общем, слава Господу, я живу и радуюсь жизни. И благословляю всех не унывать, не опускать руки, верить, что у Господа все возможно. И помните о том, что страх — это совсем не то чувство, которое помогает справиться с болезнью.